Наш добрый, любящий вас телеканал АТВ Михалыч. Желаем всего самого наилучшего, что вы себе желаете. Погода на 18 октября. По республике ближайшие сутки влияние атмосферного фронта, местами небольшой умеренный снег. Ночью по южным побережьям Байкала снегопады в виде мокрого снега и снега. Ветер западный 4-9, местами порывы до 10-17 метров в секунду. Температура воздуха: северные районы ночью минус 7-12, по Баунтовскому району до минус 17-22. Однако зима. Днем 0-5, местами до плюс 2. Центральные районы ночью минус 4-9, местами до минус 1, днем тепло 4-9. Южные районы ночью минус 3-9, в горах юго-запада до минус 12, а днем плюс 4-9. Какая разница? Наша любимая столица: ночью возможен небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду, температура ночью минус 2-4, это ночью, а днем плюс 6-8. Внимание! На перевалах автодорог местами гололедица. Атмосферное давление будет расти до 722 миллиметров ртутного столба. Понимать, что справедливо, чувствовать, что прекрасно, желать, что хорошо – вот цель разумной жизни. Живите по писанному. Чего вам желает АТВ и Михалыч. Будьте всегда с нами и будете здоровы.